Иначе, как настоящей сенсации, это не назовешь. 22 ноября 2022 года сборная Саудовской Аравии обыграла команду Аргентины, где выступают Лионель Месси и другие звезды мирового футбола. Матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре завершился со счетом 2-1 в пользу команды королевства Саудовской Аравии. Футболистов из Саудовской Аравии во время матча поддерживал эмир Катара. В социальных сетях распространился видеоролик, где Тамим бин Хамад Аль-Тани держит в руках флаг Саудовской Аравии и поднимает его над головой после ошеломительной победы соседей над Месси и компанией. Примечательно, что такой жест со стороны главы Катара был предпринят после многолетней напряженности между арабскими странами-соседями, разрыва дипломатических отношений и даже блокады Катара со стороны ряда государств. Ситуация в регионе нормализовалась в начале 2021 года. Стоит отметить, Мундиаль впервые проходит в мусульманской стране. Он стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года.